Доброго времени вам суток, друзья! С вами опять Кирим, и у меня маленькая ремарка на большие новости в международной геополитике, что касается Турции. Турция официально посредством Народного собрания в парламенте заявила о своих интересах на острове Шпицберген. Шпицберген, вот за моей спиной вы видите, это остров, который омывается Баренцевым морем и Северно-Ледовитым океаном. Сам остров находится буквально в 1000 километрах от Северного полюса. Таким образом, граждане Турции могут учиться, инвестировать в недвижимость. Турция, как государство, может участвовать в различных исследованиях и так далее. Что же нам от этого, вы скажете? Нам от этого то, что международные эксперты заявляют данный шаг со стороны Турции как показатель престижа. Турция вышла на новый уровень. В данном случае это укрепит экономические позиции Турции, это укрепит ваши деньги, вложенные в недвижимость в Турции. Вот такая вот маленькая ремарка, друзья. С вами был Кирим, оставайтесь с нами.